Здравствуйте, дорогие зрители. Смотрите, пустые пляжи Джимоте. Опять я, наверное, выдумываю и хайпую, да? Это гостевой проезд, чтобы вы понимали. Здесь постоянно очень много людей. Но, к сожалению, при том, температура воды 32 градуса, в такое море что-то люди, короче, не особо лезут купаться. Что сделали наши, как говорится, власти? Ай, блин, фу, еще вам аромат бы передать ваши города. Фу! Это прям море. Они взяли, короче, там, где могли, по берегу прошли, зарыли. Мне сегодня подписчики жаловались, что пришли, вот этот весь песок перерытый с этим всем черным. Прям вообще очень печально выглядит. То есть, ну и по факту мы получили пляжи, мимо которых люди просто проходят в отелях. Тут вот лежат, загорают, уже принюхались, наверное. И, собственно, вот так вот выглядит смерть анапских курортов. Мне будут писать, так было всегда, а вот ни хрена. 4 года назад произошел такой первый случай на Пионерском проспекте. Да, в Анапе, в бухте там сбивался весь мусор, непроточная вода была. Но вот теперь мы видим по факту, что это происходит уже закономерностью и на Пионерском проспекте, где в следующий раз это вылетит, никому не известно. Ребят, делайте репосты. Очень хочется, чтобы это было не так. Вот от души. Не хочу, чтобы так было.